Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и мы продолжаем наши сумасшедшие гонки. Сегодня мы будем гонять на трех различных транспортных средствах. Первая гонка у нас будет на мотоцикле. Посмотрим, сколько же сможем мы проехать. И сможем ли покорить мы новые вершины и проехать рекордное расстояние. Как вы понимаете, на мотоцикле не так легко выполнять сумасшедшие трюки. Но мы стараемся. Посмотрите, как круто мы сделали сальто. И сумасшедшее время в воздухе у нас показывает 11 500. Мы смогли заработать. Так, докручиваем еще немного вперед. Двойное сальто, дотянем, дотянули. Так, еще разочек. Есть! Ай-яй-яй-яй-яй. Топливо забрали, но при этом разбились. Мы заработали 64 тысячи монеток. Ну что же, а на очереди у нас новое транспортное средство. И это полицейский автомобиль. Да, что-то туговат он, очень туговат. Разгон еле-еле набирает. Скорее всего, машина очень тяжелая. Сколько же мы на ней сможем проехать? И сможем ли мы прокрутить с ней сальто? Ай-яй-яй, по-моему, не получается. Да, машина тяжелая и очень длинная. И чтобы крутить сальто, ее нужно очень хорошо разогнать. Так, дотянуть бы до топлива. Есть, взяли. Сможем ли мы выехать на горку? Ну-ну-ну, немного. Есть. Вы знаете, этот автомобиль предназначен не для этой трассы. Так, крутим сальто. Нет, не получается. Ну, ай. Все. Нас завалило. Ну что, на данный момент полицейский автомобиль занимает второе место. Мы заработали 25 тысяч монеток. И ребята, внимание, на трассу выходит старый добрый монстр-мобиль. И я думаю, на нем мы сможем установить новый рекорд. Ведь его мы немножко прокачали. И посмотрим, как у нас это получится. Ну а главное, что нам нужно сделать, это хорошенько разогнаться. Так, сальто докручиваем, второй раз крутить не будем, хотя можно было бы попробовать. Еще одно сальто. Так, у нас заканчивается топливо, не спешим. Есть, топливо взяли, можно газовать. Так, жмем на газ, сбираемся на горку, еще одно сальто. Потихоньку берем еще раз топливо и по газам. Вау. Так, крутим сальто. Эх, еще бы разочек крутануть, ну ничего. Ай-яй-яй. Так, притормаживаем, выравниваем машину. Подбираем топливо и по газам. Какие крутые пируэты мы выполняем. Еще разок. Так, ну что. Нет, еще один крутить не будем. Вау, сумасшедшее время в воздухе. 19 500. И нам дают новое достижение. Жадина. Интересно, за что это? Ой-ой-ой. Ну что, новый рекорд установлен. 850 метров. Давайте же посмотрим, сколько мы смогли заработать золотых монеток. 141 тысячу. Ребята, с вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч.